Ну вот, Мишку разбудили. Нашли второй вход в зимнюю локу. Под низ нельзя опуститься? Нет. Угу. Фонарик. Интересно, вот эти снежинки, за них можно цепляться? Или они обледеневшие? Оу! А, скользит, да? Ну, что-то с ними, да, происходит. То есть, как бы, за можно схватиться, но ненадолго. Угу. Ну, камень. Ого. И как монстры. Они очень непонятно немножечко работают. Маленькая платформочка наверху. Угу. Камень. Сейчас мы на голову скинем. Оу. А, ну. Все-таки можно. Окей. Давай сначала внизу разведаем. Так что наверх вроде как по квесту. Угу. Хотя не совсем. Нам больше как бы наверх, направо. Ой, сколько тут ходов-то во все стороны. Да, ужас. Ну а тут лед. И водопад застывший. Господи, как же красиво. Черти. Мастер кунг-фу. Собственно, кнут. Ах, руда. Интересно, можно ли водопад проломить плевочками от этой штучки? Тут все во льду. Или мы пока это не очистим, как обычно, нам пройти туда не дадут. Три жизни. Еще выше нельзя. Не, нельзя, мне кажется. Ну. Нам надо, видимо, растопить стужу. Видимо, да. Уж там опыт, там руда. Внизу подразумевается, что в воде плавать можно, но она покрыта льдом, мы не можем. Пока что. Вот он, и туда наверх. Я к ним ТП-шиться даже не могу. Ну да, они такие, по ним тупо скользить. Очень как-то непонятно. Ну смотри, камень вниз нам проломил так демонстративно. Может, нам дадут какой-нибудь скилл со льдом связанный? Да, может, да, попробуем вниз тогда. Нет, опять все во льду. Это смотри, вот эти горящие. Взмах. Какой взмах? Это нам сейчас когда дали? А, пером типа. Может, а, ну, всякие типа огонь раздувать. Ага. О. Окей. Оп. Не может быть. Да блин. Растопить. Ну вот я сейчас алтарь. Попытался. Угу. Вау. А, камни. Активировались.
Окей. Я вот туда ботинку вверху. Ну это походу от мобов, наверное, надо было. Или вот от выстрела. Уа! Это замороженная фигня, это какие-то хищные цветы. Видишь? Да вообще капец. Теперь. На. А! Ах, ты чуть-чуть. Сосулька. А ты в нее ударился? Я в нее ударился. Я думала, она такая, типа, на заднем фоне. Не, ой, ну это трэш. Ладно. Какого хрена? Чё, для чего я это все сделал? Но нам показали, что вот можно вот так активировать алтари. Один алтарь мы точно так прошли. Тебя что, сожрали? То есть это еще и ненадолго. То есть нет, ну в принципе по времени это дают достаточно неплохо, но не навсегда. Нет, это возможно я зато сушил. Каким образом? Пером. Ау. А, вот, а вот сейчас я пролетел мимо. Да. Не понял, в прошлый раз что-то я уперся. У меня другой еще вопрос, как отсюда вылезти? Точно так же. Апскилл наверх. И тогда вам зажжем эту штуку. Вот от нее, да. Туда наверх лететь. Оп. Теперь, возможно, где-то стало потеплей. Ну да, вон на заднем плане. На загорелся. Заднем плане камушки загорелись. А возможно, водопад, кстати, оттаял. Угу. Висюльки. О, они ожили, они теперь подтягивают меня. Да. А здесь камни нет, не работают. А, у меня не тот скилл. Как их зажечь тут? Интересно, где? Справа? Вот он. Окей. И как это зажечь? Да ну нет. Нет же это, как называется-то. Кому-то факел какой-то нужен. Плевок от... Моба этот не направляется, да? Вот от мелких, вот, ну, три мелких, которые не пускают. Бред какой-то. У нас, правда, все еще в инвентаре валяется какая-то палка. С прошлого квеста. Ну, я прям негодую. Так, где 4 жизни осталось? Так, тут растения живые. Да, вспомни. Плевака. Опыт. Зараза. А! Да что? Ну плюй! Сука. Да не так, плюй.
А, эти цветы тоже жрут. Да, да что ж за ядовитая среда-то такая, какая-то дикая вся. Ужас какой. Да ну быстро. Ну, там еще сверху какие-то снежинки. А, это от него снежинки, да. Да ты скотина! Да ты шутишь, что ли? Энергию наверху. Удачная позиция. Хватай, хватай, хватай. Она не хватается. Как не хватается? Она ж тебя подтягивает, как бы. Во. Во, сейчас схватила. Тихо, хищный цветок. Так, опыт взяли. Так, ну тут окей, опыт взяли. Ладно. Там надо потом будет с левой стороной разобраться. Но, видимо, потом. Походу, наверное, направо. Типа, смотри, вот здесь вот, да, справа камни горят. А слева там, где это водопад, нет. Ой, тоже все не так. Это что живое? Да, тебя проживали и выплюнули. Оставь, фу. О, рычаг. Ага, дверка, да? Да. Вниз, 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 на колючки. Зёпа колючки, зёпа. Жопа вся в колючках уже. Вот они, эти негорящие камни. Угу. А, опыт наверху. Скорее всего, от моба надо было прыгать, но ладно. Да блин. А там оба надо было прыгать. Ладно, потом. Так, тут все замерзшее. Оу. Здравствуйте. Да, так. Картограф, это очень кстати. Ну вот, раз дешевое. Да. Вот. Там четыре руны, дверь, там колодец. Ага. Ну да. Ну как раз если мы прям пойдем, как раз найдем то место, где мы не смогли пробиться сквозь мост. Ау! Ой, он со щитом. А, щит. Очень большой дамаг. Я что-то об него убил, Саша. Так. Где я? А где картограф был? На вниз. Смотри, там, кстати, внизу песок. Нам можно закопаться. Ого, это тоже дамаг. Да что ж он не собирает? О-о-о-о.
Ништяк. Отлично. Она плюнет в эту сторону, а нам нужно направить будет заряд, видимо, вот ту стенку разрушить. Вот эту, полагаю. Просто у меня больше нет вариантов, нахрена нужен этот котел. Могу этого убить? Нет. Тут нет вариантов. Оп. Ладно. Так. Вот эту штуку сломать, например. Ну так нам надо все как бы разжечь. Что там вышло? Да. Потайнушка. Опыт, окей. И что, все? Как разжигать святилище? Вообще святилищ этих очень мало. О, это нам до суда надо дотянуть. Не уверен, но попробовать можно. Это очень далеко. Это... О, пинг-понг. Yeah. Энергия наверху. Вот он, этот мост, который мы не смогли. Ага, осторожно. И ломается, нет? Так. Я так полагаю, нам это надо открыть. Нет, это другой мост. А, другой. Да. Все равно это надо открыть, чтобы пошел поток. И мы, скорее всего, наперед полетим. Осторожно, теперь все живое. Вопрос, где этот рычаг? Угу. Так. Не, ну реально туда сюда никуда не могу. Свечки не работают. Угу. Еще можно попробовать заняться изуратом и догнать этот огонек. Да, огонек до светильника. Ну это жесть. Да. Пером. Ой. Нет, не Игрик. У тебя молотка нет. Да. Сука. Да нет, какая-то хуйня, вряд ли. Слушай, ну если до сюда мы дострелили. Ну до сюда, да, но. Не уверен, что сюда это. Я просто вариантов не вижу. У нас где не сунься, везде тупик. Везде своя проблема. Что я не думаю, что аж туда надо везти этот. Thank you.
Да куда ты? Да ну почему ты туда-то полетел? Да куда? Что? А! Это трэш. Блядь! Да нет, это нереально. Чтобы зажать одну свечечку, это как-то не знаю. Ну, это просто единственный, как, ну, шанс попасть наверх. Хотя там явно, конечно, какой-то должен быть рычаг, чтобы нет, открыть другой, да. Эти дверки, чтобы пошел восходящий поток. Только так, по идее. Хрен его знает. Да может, что даст нам эта свечечка? Один прыжок. В колючке. Да. Угу. Окей, еще варианты. Смотри карту, изучай, куда можно пойти. А мы-то... О, проверь, оп, мы что-то, по-моему, один раз нас там убили. Проверь, мы опыт собрали. Не, не этот, в песке который. Собрали. Вон они опять просто... Этот есть, а эти снова рисовались. Но не собираются, да? Опыт наверху. А, так это мы там, да, от жопочки. Ладно, да. Там плевака выше. Тут и путинка. Ну, плюй давай уже. Да, блин. Поджопник. Да. Меня опять жуют. Так. Сюда, скорее всего, надо, чтобы... Да, плевакой. Оу. Ой-ой-ой-ой. Либо что-то сверху, потому что... Нет, плевать бесполезно. Ну да. Ау! Ну от него только наверх летать, вот там еще сверху посмотреть, что там. А там колодец, да? А, зараза. Батарейки сели. Ну вот, нам намекают, что пора спать. Да. Песочек. Вау. А тут система как в той Локе. Он дятел, долбодятел. Блин, жопа. Вау. А, это, наверное, не песок, это снег. Да. Зараза. Жопа, жопа, жопа. Надо было жопа. Этим, да который сквозной.
Да блин, да что такое-то? Ты хоть бы перелился, что ли? Да я все время забыл, опять забыл, какой кнопкой. Ну, вот тут это. Встать, перелиться. Осколок выносит больше урона, когда ячейки жизни заполнены больше, чем наполовину. И это все, что здесь лежало? Да. А, мы где-то еще пропустили опыт. Какая-то потайнушка. Ага. Ну да. Ну а там дятел, 4 руны и дверь. Дятел, 4 руны и дверь. Отдельный сюжет для главы. Так, тут тоже надо как-то не ошибиться. Да хорош! И лететь прям. Хватит жрать снег. Оп. Ай! Ты что делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Это снег летает. Фига ли. Чё, ты ничего нам не дашь? Нет. Жопошник. Да на. Чем его раздувать? На тебе! На тебе еще! Состязание колотушечников. Вот так вот. И тут замерз. Блин. Это все круто, как это разжечь-то тогда, я не понимаю. Опаньки. О! Так, а где там этот алтарь внизу, японской страны? Чё так далеко-то? Другой. Да я хотел водопад попробовать. А, не, я думаю, это все от одного работает. Шух. Нет. Окей, ладно, куда эту штуку пихать-то? Внизу алтарь. Да как я до него докину, то что? Не знаю. Других вариантов я не вижу. Я еще чуть не упал. Ну, смотри, он летит, кстати, вниз. Так, и вот тут его где-то надо ловить. Лови! Почти. Да твою ж. Почти. Ну ладно, тут хоть не так далеко. И падай. И лови. Да блин. То же самое место. Так, выше надо там. Ау. Ау.
Вау. Ой. А, вода разморозилась. Осторожно, эти это, жруть. Хорошо, что у нас теперь ХП бесконечное. У нас не, ну, не надо дышать. О, так, отлично. Потолкали ее. Внизу, возможно, потайнушка. Где? А может и нет. А вот они, четыре руны. Которые где-то сильно. Господи, там еще и руда где-то посредине, непонятно где вообще. Ой, не та кнопка. Ой, не сорян, чувак, не та кнопка. Вот эта кнопка. Ну, может, от него надо пробовать сюда? Да не. Потому что где-то там руда. А раз руна, но это на этой подняться. Камера отдаляется очень сильно. Руна, да? Там плевака и кнут. А-а-а! Да что? Да блин. Нас смотрят тут всяких хау-лайф. Плюй, скотина. Кнут уже активен. Ой, а тут шипы. А нахрена мне это место? Не знаю. Меня ж тут просто расстреливают. Тут где-то руда... А, там еще руна. Стой. Осторожно. Так, пока подожди. Карта. Ну вон одна руда. А, да. И тут, вот там где-то еще эта руда. Так. Тут опытинка. Та-та-та. Он что, за сосульку прилип, что ли? Да. А плеваку тут надо. Оп. И то не хватает. Да ну давай быстрей-то, ну. Плюй! Да блин, я успеваю вниз опуститься. Может, от него самого надо лететь? Или с разгона этого? Вот сейчас. Нет, надо быть выше как бы него. Поздно. Зараза. Да чтоб тебя. Да блин, сосульки сраные. По-хорошему надо бы сделать перелив. Во, ништяк. Осторожно. Дверка внизу. Где там эта руда-то, я не понимаю. Ну, где-то тут. Careful. Уже проехали. Проехали. Так, не помри. А, о, вон там, наверное. С той стороны? Угу. Во-ху. Теперь мы можем зоком построить это, моком. Расчистить. Вход или там что-то, да. В пещере, там что-то такое. Там моб резнулся. Я вижу.
Ха. Ого. Это скилл? Да. Что мы теперь имеем? Световой всплеск. Тоже выставляется на клавиши, удерживая ЛТ. Теперь вы сможете запускать взрывающиеся шары. То, что нужно, чтобы что-нибудь расплавить. О как. Такой милый колодец. О! Ой, опыт. Избушка Талли. Ха. Ух ты. Светильничек. Тоже за энергию это жрет. Осколочек. А, семя. Это семя. Это снова бобру. Тут все взяли. Окей. У них такие милые избушечки в этой части. Такая милота. Как мне подняться наверх? Так, светильник он не выхватывает. Не, ну это, наверное, не отсюда все-таки. Не уже. Под мостом ничего нет, туда там падать нельзя? Нет. По сосне не карабкается. О, там руда, будь здоров. Ой. Какая руда? Здесь руда. Мобов нет, как лететь непонятно. Ой. Будь здоров. Ну, короче, нам надо подняться обратно и с этой веточки, видимо, лететь. Как подняться обратно? Не знаю. Вот, я это и пытаюсь узнать. Да, что такое? А, вот тебе писала. Воспользуйтесь импульсом и что-то там, что-то там. А, от него отпрыгнуть, кстати, наверное. Ну можно. Да, то есть там сам тебе не нужен моб, ты создаешь себе импульс сам. Угу. Сейчас мы здесь попробуем. И что-то не выходит. Во. Ну это низко. Блин. С ветки лететь, я думаю. А подниматься. Причем там... за маленький не могу схватиться. А подниматься там в пещерке. Только за большой могу схватиться. Да. Нет, нереал. В пещере. Я учился. Не, поняла. Вот. А, ты скотина. Ты же танцуешь. Вообще. Ну, просто высший пилотаж, конечно, да.
Да. Ну так, вот. Тут мы все про это. Теперь можно... А, как помнишь, у нас был заперт колодец, да? И там, где... С другой стороны от медведя находился замерзший водопад. Теперь, я думаю, мы сможем что-нибудь сделать. Так, еще раз. Чё, ну, вниз. Сначала пробуем вниз, да? Водопада. Ой, колодец, а потом. Там колодец. Вот здесь все замерзшее. Растопили. Растопили. Энергию сверху. Колодец, возможно, тоже придется топить. А, нет, он рабочий, да? Да. Отлично. Ау. Нет, это какой-то рычаг нужен будет. Мало того, у нас там не проломанный мост, mm-hmm. да? И на левый водопад еще не сходили. На, вниз. Ха. А, это не топор. А, ну ту штуку я смогу достать. А! Дай! Да что ж такое-то? От моба. А. Ну или себе от своего импульса. Зараза. Почти. Так, есть. Теперь давай. От туда. Медведя на левый водопад. Вот видишь, у нас там нифига не взято. Там было все замороженное. Вот здесь был водопад. Возможно, нам там получится что-то разогреть. Просто не помню, что там по колодцам. Ну, по вот этим вот святилищам. Ну, наверх что ли? Что-то? А наверх направо? Ой, налево. Энергия. Вот что тут топить? Вопрос. Наверху печка. А, это... Угу. Ну, вот она и разгадка. Так. Извините, но вот эти вот заразы... Надо ульи ломать, чтобы они тебя больше не беспокоили. Да ё-моё. Да ну хорош! 4 жизни. 3,5. Да кнут. А. Да какой кнут? Одна жизнь. Да что он не ломается-то? Он с той стороны, видишь, не дает. Наконец-то.
Уху! Ну вот она, руда. И растаяла вода. Осторожно, две жизни. Даже меньше. Пиранье! Body to mind. Энергия наверху. В пруду есть что? Что, нет, просто так? Походу, да. Вообще неинтересно. Так, зачистили. Yeah. Сюда надо. Да. Как туда идти? Прямо. Напрямки. Не верю, что в это прямо. Да. Сюда, скорее всего. Вниз. В нижнее прямо. А, мы тут свечечку не могли зажечь. Да как это? Энергия наверху. Yeah. Вау. А вот тебе и восходящий поток. Там внизу опыт, кстати. Да, я понял. Сложно? Зёба. Боковушку, возможно, можно разломать, но это очень сложно. Нет, не ломается? Зараза. Мы что-то справа просрали, да? Опыт, жизнь. Как туда вообще попасть? Это как второе право. Вот сюда? Опыт тут мы забирали, но это другой. Тут в дупле. А жизнь, видимо, вот отсюда сверху. Здесь мы были. Не были. Привет. Ему надо было суп отнести. А он нам что-то дал. Шляпу. А шляпу там тоже надо было кому-то в деревне отдать. Уи. И божечки, мы спасли Мока и принесли ему суп. Тут с импульсом. Ну, вот эта хрень. Ага. Там наверху свеча. Неподожженная. Четыре жизни. Есть. Проверь карту. О! Не открыл. А, свечка открывает. Вот он, колодец. Мы ставим зато ХП. Да-да-да. И у нас получается, мы уже не так далеко. Не, не есть.
Да не то я хотел сделать. Хотел проверить, что там со свечкой. А, свечка, возможно, просто так. Ну да, ой. Там ничего, наверное, сверху нет, да. Не, ну потайнушки тоже не отображаются. Ого. Ну... Так и сделаю. Так. Это так. Жесть, ты как загрузить вообще не понимаете? Тихо там, а. Воо! Бежим! Ого! Здравствуйте. Ой-ой-ой! А вот она и жизнь. Нормальные тут комбинации, да, вообще происходит? Mm-hmm. На! Тут опять какая-то фигня, которую ломать, скорее всего, с той стороны. Да. Импульс. Светильник. Только вопрос, где там вообще встать? Что такое? Только не говорит, что игра зависла. Туалетичка, осторожно, там эти морские черви. Там просто алтарь горящий. А, где-то осколок. Вот здесь, что ли, комната внизу? Откуда плыть-то? Да. Световой всплеск 3. А сюда нам зачем? Мы тут не были? Да без понятия. А, может, тут можно проломать, да? Да. Короткий путь. Лично. Вот этот световой всплеск, он типа можно разделяшка на три. Я вот не знаю, актуально это в этой локации или нет. Да. Ну, если бы его использовать как можешь в качестве дамага. Парочка интересных скиллов есть на самом деле. Но это не забывай, это расход энергии огромный. Да. То есть это она должна быть много где. Я думаю, с этой лететь. Ну такой. Давай, малыш, е! Так, жизнь. Вот мы дошли до этого псевдовосходящего потока. Едари. Дверь закрылась. Босик. Ой. Ну, переливашка и что ты будешь ставить? Кувалда взята, меч взят. В щит не пробивается, да? Там сверху еще кувалды осторожно.
Не, ну по сравнению с пауком и жуком это ничего. А вот, собственно, жук. Три пчелы. Осы. Нет, две осы. Один жук. Бежит. Да что ж такое? Вау, ядрит. Да, вот это уже не круто. Но нам надо открыть сначала восходящий. А, вот. Это и был этот мост наш проблемный, да? Да. Какой-то мост, не мост, что это? Опс. Энерджи. Здесь что-то есть, здесь ничего нет. Там с кувалдой снова ходит, ну, с палицей. Но зато он не щитовик. Зараза. С этими, что ли? Что? Ну да. Опс. Теперь жестче. Блин. Ну, плюй. Бешеный белка и комар. Усиленные. Стоп, бедняк. Да. Ой, жесть-то какая. Нормально? Там ничего нет. Проверяй. Восходящий. А, жопа! Перо! А чё не это? Так перо где? А его надо ставить на панель? Да нет, обычно. Чё у меня тут было? Осторожненько. Что-то сейчас будет. Ох. Какая-нибудь гонка. Не, давай не надо. Ну это я имею в виду гонка на смерть. Ну да. Красота. Нет, впереди сундучок. Нет. Как-то слишком просто. Подвох где-то. Нет, почему? Ну вот, да, теперь их у нас три. И четвертый остался на западе. Угу. Сейчас что это будет? Сова. Хорошо. Куда бечь? Вот где её ноги странные. Бежим. Дает бежать? Да нет. Лавина. Нет. Сходящий. Сосунки на голову.
Бабочки. Песос. Второе дерево гильза. Еще один плут. Еще удачная платформа. Едри. Смотри. Все, писал. Да блин, ну чё он не схватился, а? Ну ты... Маленький, ну чё он? Спасибо. Подушечка. Кнут. Раз, два, три, оп, оп, не дает. Сосульки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А дальше куда? Вниз? Да. Убирайся. Белки, мобы сразу. Блядь. Мать. Сука, из-за этой белки. Грёбаная белка, она затолкала под падающее дерево. Угу. Падать сейчас будет вот это вот все. Белка. Да. Пожалуйста, пожалуйста, можно конец. Мы опять падаем. Вау. Опять на дно падаем. Да что ж такое-то. Здравствуйте. Так этот все время голос обе части был, это его. Медведя. Так, опять какие-то совята. Угу. Опять вылупляются. Флешбеки. А, отравленные яйца. Вот почему она такая. Нет, опять тут видишь, постоянно оправдывают монстров. У них какая-то все время драматическая в детстве недолюбленная судьба. Летает этими ходулями и ходит. Большие совета. Да. Mm-hmm.
понятно, совы не признали ее за свою, она взбесилась. Все. Супер. Пожалуй, на этой ноте можно на сегодня и закончить. Ну да, и у нас остаются западные земли. Угу. И, наверное, финалка. Ой. Сорян, Мишка. Ставить поджигать лес. И Мишке пару. Все, всем спасибо, всем пока. Пока-пока.